хорошо над Москвою рекой услыхать соловья на рассвете. Молодежь имела возможность реализовать свой потенциал, свои возможности в практических делах. Да у нас в Новосибирске были комсомольские союзные стройки. Это ИДЮС, это метрополитен. Очень много объектов, очень много отделов было сделано. Очень хотелось бы, чтобы вот эти лучшие традиции, объединение энтузиазма молодых сил на благие дела, на строительство России, на ее защиту, чтобы вот эти традиции, они продолжали жить. Ребята, среди вас. У нас все было дружненько, всякие мероприятия были, слеты всякие были. То есть всякие путешествия, якодовские спартакиады были. Все-таки хорошо в то время было комсомол, как-то было чем заняться нам, комсомольцам. То есть мы привлекали своих же тоже коллег, комсомольцев. Всякие субботники, комсомольские, воскресники, субботники. Сейчас молодежь стала такой более патриотичной, чем было еще лет 10-15 назад. Все то, что мы закладывали... Есть продолжение. Он в форме студенческих отрядов, ребята. И они, в общем-то, много вкладывают сейчас в современную жизнь, в становление России. Все очень хорошо. Главное, чтобы был мир. Наши прадеды, отцы, бабушки вступали в это движение, участвовали во всесоюзных комсомольских стройках. Мой дед лично участвовал в всесоюзной стройке Байкало-Амурской магистрали. И мы сейчас, юноармейцы, продолжаем чтить память. Ребята настроены именно на общение, именно на работу. Наш главный слоган наших студенческих отрядов – это «Труд крут». Комсомольцы, добровольцы.